Маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова, выдающегося полководца Красной Армии, в день 60-летия Президиум Верховного Совета СССР наградил орденом Ленина. К 25-летию Великой Октябрьской революции мартеновцы Верхесецкого завода взяли на себя обязательство обучить 40 молодых рабочих. Стахановской школой руководит знатный уральский сталевар Нурулла Базетов. У пульта управления печью товарищ Базетов обучает свою молодежь, подручных Александра Тилина и Владимира Шмакова. Ежедневно смена Базетова дает сталь сверхплана. Отличной работой у мартенов помочь Сталинграду и Югу. Вот лозунг передовых сталеваров Урала. Это большая группа танков, построена на средства, собранные колхозниками многих областей нашей страны. Сегодня колонна танков передается соединению, которым командует подполковник Шаповалов. Лейтенант Долгополик принял свою новую машину. Счастливого пути! Боевых успехов вам, товарищи танкисты!